Вообще есть десантники, меня, наверное, защитят. Дело в том, что страйкбол – это очень хорошая вещь. Когда я первый раз это увидел, я ничего не понял. Я увидел просто этих умных, красивых, молодых людей, у которых в глазах блестел огонь, и которые возвращались с повязками, жутко матерясь, что в кого-то попала какая-то пулька. Вот. Но я понял, что это люди, которые нужны для нашей страны. И, дорогие друзья, специально для сегодняшнего праздника я написал эту песню, которую сейчас исполню для вас. Премьера песни, посвящение нашему русскому страйкболу. Аплодисменты нашим страйкболистам. Есть следствие, цель и причина. Есть сложности, жесткая месть. Но главная сущность мужчины в сражении врага одолеть. Через чащи и топи и вовремя выйти на цель и внести противника профиль, увидеть прицел на кольце. Не важен калибр винтовок, песок за окном или снег. Ты быстр, ты точен и ловок, ты думаешь лучше врага. Ты чувствуешь запах засады, без промаха бьешь на ходу. Ты знаешь конкретно, что надо зажечь до победы звезду. Ты знаешь конкретно, что надо зажечь до победы звезду. Давай по шарам хлопаем, товарищи, что мороз, что жара, нам прямо с утра маршрут свой пора. Ты чувствуешь, брат, здесь уже не игра. Давай заряжай и дадим по шарам. Скрипят камуфляжные латы, не надо здесь лыжик и звезд. И главный твой аккумулятор, твой быстрый и правильный мозг. Суворов, Давыдов и Жуков следят за твоей судьбой. Есть в мире хорошая штука с названием «Русский страйкбол». Ведь в мире всем лучшая штука с названием «Русский страйкбол». Давай по шарам! Что мороз, что жара, нам прямо с утра свой пора. Ты чувствуешь, брат, здесь уже не игра. Давай заряжай и дадим по шарам. Даешь по шарам. Вот такая жара.